Быстро рассказываю вам правила того, чего здесь будет происходить. У нас есть вот такая игра, это называется «Пирог в лицо по-русски». Здесь есть две ручки, их нужно крутить на несколько оборотов, на сколько оборотов вам выпадет вот на таком табло, как в русской рулетке. И в какой-то случайный момент вы не знаете, в какой вот эта рука полетит в сторону вашего лица. Давайте посмотрим, но, естественно, как крутит. Пустая естественно, рука. Нет, пустой не будем. А вдруг она ударит Антона по носу? На эту руку покрути. Мы наносим сбитые сливки. Где пирог? Ну, можно пирог использовать, хорошо. Но мягонький, давай. Чтобы не поцарапать ничего. Чуть-чуть, давай для начала. Я вот, ребята, там теперь... предохранитель, Антон. Вот я реально понимаю, каково это, когда тебя ведут на гильотину. Стоп, куда столько? Подожди, Антон тебе больше наложит. Нет, так это на нас двоих. Антон, крути. На итак, двоих. Крути рулетку. Я вращаю рулетку. И мне достается один. Ах, повезло. Один раз. Слушай, ну тут всякое может подожди, быть. Подожди, Антон, стой. Отклонись назад. А я буду снимать. Я одновременно ощущаю себя в парикмахерской. С одной стороны, в парикмахерской. С другой стороны, сапером. Давай, у тебя 10 секунд в стори, чтобы выложить. Готов? Давай, раз, два, три. Повезло тебе. Крутите волчок, молодой человек. Крутите барабан. Почему нет? Почему мне? Так, Антон, крути. Крути рулетку. Полотенце Антону. Ты крути, крути. Кручу рулетку, хорошо. Крути барабан. X. Что такое X? А что значит X? Что значит X? Это значит, что... Никто правил не читал. Ну давай, давай. Вообще, я пропускаю ход. Но у нас не так много времени. Ну, а, вот эта штучка, значит, крутишь еще раз. Все понятно. Два. Ну, Антон, тоже счастливчик. О, ну сейчас точно. Подожди. Вляпаешься. Готов? Да. Раз, два, три. Один. И второй раз. Да. Что такое? Почему так? Давайте, ребята, интрига накаляется. Ну что ж, Антон, крутите барабан. Ох, ты как закрутил. Четыре! И у нас, по-моему, сложился победитель. Подожди. Давайте мы приготовимся с вас. Нет! Ты готов? Я не готов. Ну давай, брат. Можно не я. Антон, давай, крути. Тут выпало. Сопротивление тебя не забудет. Итак, 4 раза крутит Антон. Ну, крути скорее, уже к стори идет. Раз. Два. Три. И здесь нужна отбивка из ералаша. Парам-парам-пам. Тын! Тебе понравилось? Хорошая игра, ребят. Она развивает координацию, силу воли и... Нервы. Гробит вам. Нерв гробит. Ты сейчас похож на этого антагониста из операции «Ы». Знаешь, так вот. Мама. Говори «мама». Мама. Мама. Отлично. Слушайте, ну это отличная игра. Вот я рекомендую для всех. А чем, Антон, она тебе понравилась больше всего? Тем, что Антон выиграл. Хочешь попытать счастье? Нет, спасибо большое. Попробуй еще разок. Контрольный раз. Контрольный. Заключительный. Все на лице написано. На, утирайся. Рома. Давайте перейдем к чему-то полезному. Рома, вот к полезному хорошо. Давайте перейдем, действительно. У тебя вот какие ассоциации вообще с дачей? Лето, дача. Лето, дача. Ну, в первую очередь, конечно, это мангал, шашлыки, это шезлонг в тени. Ну и на самом деле это еще и свежие огурцы, которые только что сорвали с грядки. Да, свои огурцы ни с чем не сравнить. Мы-то с вами их только можем поедать, да, посыпав солью, так вот красиво хрустят. На самом деле это огромный труд, чтобы вырастить достойного хрустящего зеленого молодца. Дачники и дачницы только знают, насколько это тяжело. Насколько тяжело вырастить хрустящий огурец. Поэтому прямо сейчас вам в помощь наш следующий полезный сюжет.